Женщина направляется за покупками в магазин спорттоваров с коробкой от мультиварки. Ждет, пока освободится примерочная, и заносит туда тару. Наполнять ее брюками и футболками помогает знакомый. После такого нехитрого шопинга неизвестные покинули магазин, а его владельцы недосчитались товара на 69 тысяч рублей. Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении кражи спортивных товаров в отдел полиции Гагаринского района были доставлены жители города Балаково. 41-летний, ранее привлекаемый к уголовной ответственности мужчина, и его 44-летняя знакомая, ранее не имевшая проблем с законом. По данному факту возбуждено уголовное дело. По признакам преступления предусмотрена часть 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Подозреваемые признали, что продали похищенное за 20 тысяч рублей неизвестным. Расследование уголовного дела продолжается. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев. Дежурная часть, Саратов.